Среди подавших документы инженеры, медики, учителя, военные, предприниматели и ныне действующие депутаты. Так, сегодня о своем намерении участвовать в праймере сообщил партиец Дмитрий Аганов. Он более 6 лет представлял интересы жителей индустриального района в Барнаульской гордуме и в краевом заксобрании. Работа для меня понятна, она знакома, все проблемы мне понятны. Те проекты, которые были запущены при мне, это благоустройство Мизюлинской рощи, это строительство новых детских садиков, школ в новых районах, это асфальтирование дорог. И сегодня же список участников предварительного голосования пополнила депутат городской думы Кристина Юстус. Она активист Барнаульского отделения партии. Выбрала для себя третий округ, родилась в железнодорожном районе, живу в индустриальном, работаю, знаю жителей оба этих района, жители знают меня. Надеюсь, что пройду праймерис и дальше с жителями будем реализовывать те проекты, те планы, которые у нас намечены. Один из представителей других профессий, Дмитрий Денисов, главврач самой крупной барнаульской поликлиники номер 14, подал документы пару дней назад. Говорит, идет в Думу с целью улучшить ситуацию в здравоохранении. Пока удалось пополнить штат поликлиники, сюда дополнительно приняты 30 врачей разных специальностей. Но проблем в медицине еще масса. Добавим, подать документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» можно до 28 апреля. Дмитрий Дроздов, «День с толком».